Баку начался суд над Вагифом Хачатряном. Ему предъявлено сфабрикованное обвинение в совершении убийств. Вагиф Хачатрян наказан за то, что родился в Нагорном Карабахе и жил на земле своих предков, заявил Марукян. Армянские военнопленные и гражданские лица, все еще удерживаемые в качестве заложников в Баку, должны быть освобождены, заявила Ани Бадалян. Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил Путин. Азербайджан не присоединился к заявлению стран СНГ, осуждающим военные действия на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана встретился с премьер-министром Ирака и обсудил события в зоне конфликта Израиля и Палестины. Шабаров и Рахмон обсудили вопросы делимитации и демаркации границы. Правящие партии Грузии заявили, что импичмент президента исключен из-за нехватки голосов. Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться на юг региона.